Китай досрочно обеспечил себе выход из группы на Кубке Азии по футболу. Это стало возможным после сегодняшней победы над Узбекистаном. По ходу встречи КНР уступала. Гол пропустили в середине первого тайма. Но французский наставник, видимо, нашел нужные слова, и после перерыва игра изменилась кардинально. На 54-й минуте вратарь узбекистанской команды неудачно вышел из ворот и сразу же был наказан за эту ошибку. Еще через 13 минут Суньке аккуратно вложил мяч в дальний угол ворот. Благодаря этой победе Китай стал единоличным лидером группы, и как бы ни сложились последние игры, обойти его уже не получится. Мы даже немного удивлены нашему первому месту, даже не думали, что все сложится именно так, но это результат большой общей работы.